Всем привет, это СБ1813 или ProSai. Мы продолжаем реакции в пачке. У нас на очереди такая группа, как Static Dress. Их трек D-Center. DNFT King Yourself. Я не знаю, это King Yourself. Честно говоря, Антон Котенко посоветовал посмотреть Static Dress, что я должен буду удивиться. Но фишка в том, что на Static Dress у меня уже аж две реакции было. И первый раз я на самом деле реально удивился. Я такой, типа, ого, существует типа группа такая, которая типа а-ля, ну, не знаю, опять же, нулевые такие, даже эмо нулевых. И это очень прикольно звучит, прикольно выглядит. И, честно говоря, мне очень понравилось. Единственная причина, по которой я не внес их альбом, который в том году выходил в топы года, я не помню, говорил я это или нет, просто потому что слишком поздно я его открыл и не успел расслушать. То есть он мне понравился, но вот чуть-чуть ему не хватило до того, чтобы вступить как бы в топы года, просто потому что я не успел, потому что у меня много других релизов было, опять же, и в топах, и не в топах, и их я не успел еще расслушать настолько, чтобы они мне понравились и стали именно каким-то любимым. Но то, что я у них, опять же, слушал, собственно, сам весь альбом, клипы, то, что я смотрел, мне у них очень нравится. Так что они прям балдежные, я надеюсь, сейчас тоже побалдеем. Гитарист Лота их, кстати, продюсирует. В принципе, что неудивительно. Лота молодцы, Static Dress тоже молодцы. Вот это такие King Yourself или кто такой, я не знаю. Сейчас посмотрим, в клипе будет, не будет. Услышим, не услышим. Но в остальном, типа, я думаю, представлять смысла нет. Давайте сразу поехали, балдеть. Это маска у него такая или что? Там его маска, да. Ну, да. Static Dress. Ну, фишка в том, что я этот трек помню очень хорошо, мне он понравился с альбомами, поэтому удивляться звучанию я сейчас точно не буду, потому что он крутой, а вот клип посмотреть, да. Бас прикольный. Ну, кого я слышал, такие тоже лето приятные. Не в плане, что это похоже, а в плане вот именно вайбу кого-то я это слышал. Это, как я понимаю, фит. Ну да, это масса, точно. Они так как-то по-домашнему звучат, я не знаю. Я просто пытаюсь понять, а что с таким вайбом я слушал в свое время-то? Вот у кого такие флажолеты были? Прямо это мне так что-то напоминает. Ну, вообще, в принципе, мелодия. Гармоническая тоже все это этой теме.
Так, ну вот мы посмотрели и послушали трек Die Center, да, или Disinter, где на фите был King Yourself от группы Static Dress. Антон Котенко, спасибо, что советовал посмотреть этот клип. Я его, кстати, не видел. Вообще, в принципе, Static Dress, кроме тех клипов, которые смотрел на реакциях, не видел. Так что, в принципе, с одной стороны, специально как раз, чтобы было что посмотреть. А с второй стороны, что-то как-то не успел, что ли, я просто посмотреть их. Не знаю, вот это мне понравилось. Ну, тут как бы я сразу скажу клип. Хотя нет, с другой стороны, клип тут все-таки отличается. Он тоже в стиле тех, что мы смотрели до этого. То есть, во-первых, он в этом квадратике снят, да, опять же, со всеми этими VHS-помехами, как вот, собственно, нулевые, там вот это все, да. То есть, это все это понятно. Но тут мне понравилось, что он типа с мейком, что типа у него там ногти, вот это все, маска. Это прикольно выглядело. Тут еще и внешка подъехала. А как бы внешку, как вы знаете, я очень люблю своеобразную. Что за трек? Вот этот трек, кстати, мне больше всех понравился. Я на альбоме, когда его услышал, я такого типа вау, это прям охренительный трек. Еще прикольно, что там в самом конце там буквально такой мини-аккордик дрын сделался. Это, значит, какой-то другой клип, на котором, интересно, мы уже смотрели. Или нет, может, стоит посмотреть вот именно полноценно, ну, не на реакции, имеется в виду, а вообще. Прям, может, у них какая-то трилогия, да, клипов или что-нибудь такое. Именно как одно видео. Вот, и так как бы мне все понравилось, кстати, Грязь, молодцы. Достаточно приятно, открытый был. Единственное, я просто, как бы так сказать, я не понимаю. Они мне нравятся и все такое, но я не понимаю, на что у них вайб-то похож очень сильно. То есть я говорил, да, в самом начале, я их начал смотреть, я такой типа, о, ну это Лот, это Дефтонс, это Норма Джин. Потом я понял, что нет, это только кусочки оттуда есть. Мне еще это напомнило Академиз, на самом деле, группу, но на самом деле они вообще не похожи. Академиз вот это такой поп-панк, поп-рок больше. Просто у них, не знаю, вот именно какая-то такая вот эмо-волна похожая. Но это потому что, может, я эмо-рок мало знаю. Но вот именно по звучанию, вот эти флажолетики, это, блин, это реально мазафака нулевых какая-то, где-то я это слышал прям. Опять же, я сейчас и говорю не потому, что, типа, они там, вон, стырили, да, они могут своего придумать. Нет, ни в коем случае, это как раз-таки придумали новые, тем более в 22-23 году, типа, это очень интересно слушается. Так что, вот у меня интересно, вот опять же, если знаете, напишите, на самом деле, вот, не типа, что вот они похожи на Лот, да, вот это, нет, это все это, знаете, это не похожи они на Лот вообще, если что. И на все современные группы они не похожи. Они похожи вот именно на что-то старое, вот что-то из нулевых. И именно мазафаку из нулевых, не эмо. Именно мазафака из нулевых какая-то была. Именно какой-то new metal, может, рэпкор даже какой-то. Вот что-то такое, типа. И там вот эти... Короче, если вдруг вы знаете, напишите. Можете свои варианты, да, написать, на что это может быть похоже. Потому что я пытаюсь вспомнить, не могу. Я вроде миллион групп у меня сейчас в голове, но я не могу вспомнить, на что именно. Вот. Но мне это нравится именно потому, что вот оно так есть. Потому что вот именно в свое время я слушал такую музыку, и сейчас ее продолжаю тоже слушать иногда. И это прям очень балдежно. И круто, что вот именно новая современная группа так играет и звучит. Так что им большой респект. Вот. И, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Ссылочку в описании. Нравится, сами все знаете. Больше сказать нечего. Кстати, Грекс, молодцы. Будем еще их обязательно смотреть и ждать новые релизы. А у меня все. Я пошел пока.